1925 года организована новая артель под названием «Пролетарии». Организатором ее был участник гражданской войны Константин Тихонович Кондратенко. В декабре 1929 года на базе артели «Пролетарии» был организован колхоз «Восточный». Председателем его был Василий Асанович Овчаренко, одновременно председатель совета. И колхозниками были Константин Кондратенко, Андрон Устинов, Варфоломей, Семен Дичев, Василий Карпов, Дмитрий Пономарев. В феврале 1920 года председателем избран прибывший из Москвы Василий Карпов. В марте 1930 года в колхозе было три части хозяйств Георгий. Все утро колхоза закончили год убыточно. Государству было сдано 1133 тонны зерна. Партия ячейка колхоза в 1932 году состояла из 12 членов и 20 кандидатов в КПСС. Первыми пошли на курсы трактористов Павел Скрынников, Иван Крюков, Алексей Кондратенко. В 1934 году они взялась Георгиевская МТС. Руководителем был Василий Скрынников. Нам с тобой по пути.